Он обоссался. Здорово. Да. Тренер, которого играет Кузьма, не наделен никакими качествами. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и я вновь вернулся на YouTube. Вот не уходил и вернулся. Вот, блядь, пиздец, я гений формулировок. Ну, не суть. В этом видео мы с вами поговорим про деятельность такого блогера, как Данил, Дмитрий Кравченко, Кузьма, Юлик. Про творчество, про критику, стоит ли отвечать на критику, стоит ли вообще делать критику и стоит ли на YouTube пытаться делать свой контент. То есть не смотреть на потребность большинства потреблядей, а делать что-то свое, андеграундное, артхаусное, что отображает тебя как творца, а не как человека жадного до хайпа, как Николая Соболева, да, как обычного хайпажора. Ну что ж, не будем томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу. Свет, камера, мотор! Итак, давайте по тезисам разберем все насущные вопросы, которые меня в последнее время волновали. Возможно, они даже волновали вас. Ну, если вы меня смотрите, то они точно хоть чуть-чуть на гулькин хер вас волновали. Итак, несколько недель назад, может быть месяц, может быть два, ну, не суть, на канале Кузьмы вышел мини-сериал, возможно, первая серия, возможно, вторая, третья, я не знаю. И называется он что-то типа «Футбольная школа Кузьмы Гридина», ну или как-то так. Что самое важное в футболе? Деньги. Да. Поэтому у нас есть спонсор. Я, конечно, люблю нашу сборную, но не верю в нее совершенно. Расстроился ли я, что я не стал капитаном? Да. Этот сериал от видеоблогера, как вы можете понимать, и он плох, потому что это видеосериал от Кузьмы. А Кузьма как бы особо большим интеллектом не отличается, потому что, ну, вы вообще видели его шоу? Аня говорит, нормально, тёлочка новая, типа, или что там у тебя, какие-то мутки мутишь? И вот вышел этот сериал, там снялись и другие блогеры, это Даня Кашин, это Руслан Крэйзи Мега Хелл, это Юли Конешко и Данил. Вот они там снялись, ну, были кто-то еще, но вот это вот самые знаменитые сейчас. Они там снялись и получили критику от такого деятеля Ютуба, как Дмитрий Кравченко, который критикует Ютуб, КВН, юмор и так далее. Всем привет, друзья! Давно я не выпускал обзоры на какие-то юмористические потуги. Причем обоссался чувак, который на своем канале задвигает темы о вкусах, пытаясь поколению навязать мысли о том, что кто-то живет неправильно. Тёлки доступны, селебрити тупые и так далее. Я видел, как их готовят при сборке, Тимати харкает в каждый бургер. Тренер, которого играет Кузьма, не наделен никакими качествами. Получили критику и не отвечали. Они не отвечали, потому что, видимо, не считали нужным, ведь их каналы миллионники, а у Дмитрия нету даже 100 тысяч подписчиков. Но Данил в своем блоге на канале с 300 тысячами подписчиков решил все-таки ответить. Он не назвал имя, он замазал лицо и ответил в манере, что, мол, я никогда не просвещал, я просто делаю смешнявки и юмор с 2013 года. И, в общем, отъебитесь от меня, сам ты урод, зубы у тебя кривые. Ну, вот это примерно вот так вот выглядело. А вот сейчас я покритикую критика, который критиковал футбольную школу Кузьмина. Посмотрите на его зубы! Такие зубы у человека появляются только после многих лет ёбаного курения. Данный ответ вышел недавно, и я не знаю, успел ли Дмитрий на это среагировать и ответить. Мне, в принципе, было бы интересно это посмотреть, но тут я хотел бы поговорить о том, что вообще, есть ли смысл критиковать такие вот сериалы от блогеров и что вообще становится с блогерами на Ютубе? Начнем с первого. Стоит ли критиковать такие сериалы? Да, даже если ты не снимаешь сериалы, даже если ты не делаешь какой-то более сложный контент, чем разговоры на камеру на фоне стены, ты все равно имеешь полное право критиковать. Потому что критика — это не хейт. Критика — это указание на действие, на исправление, это показывание слабых моментов и призыв к действию, к исправлению для того, чтобы потом было лучше.
И если человек умный, если он готов воспринимать критику, он ее будет воспринимать и впоследствии свой продукт будет делать лучше. Поэтому, кем бы ты ни был, Кравченко, не Кравченко, критикуй. Самое главное, критикуй, а не обсирай. Это важно. Ну и второй момент. Стоит ли вообще делать творчество на Ютубе? Ведь возьмем того же самого Данила. Эй, пожалуйста, выпишите мне рецепты на транквилизаторы. Смешно. Раньше мне очень нравился контент данного видеоблогера, потому что он был такой артхаусный, андеграундный, немного мрачный. Он был такой свойский, он был такой отдельный немного от всех остальных. Да, его никто почти не смотрел, но из-за этого он был именно интересный. Впоследствии Данил от этого отказался, он ушел в реакции. И нахрена нам реакции, если у нас есть PewDiePie? Зачем? Вы не знаете английский, так есть каналы, которые переводят PewDiePie. А PewDiePie, помимо реакций, также в этих же своих реакциях на мемы, на всякую херню, он вступает вообще-то в очень серьезные споры с теми же самыми большими компаниями, из-за чего теряет все-таки денежные средства, теряет контракты, но он высказывает свою точку зрения, отстаивает ее, он показывает, где есть юмор, где СМИ идиоты, и продолжает с ними бороться. Наши же реакторы, они, ну, они просто чуть-чуть так шипят, нахуй, нахуй, нахуй СМИ, и все. Продолжают рекламировать все, что угодно, не теряют денег, потому что не выходят на серьезные конфликты. Но делать творчество нужно, андеграунд нужен, потому что, приходя на YouTube, да, люди приходят для того, чтобы зарабатывать деньги, но такой вот вопрос к творцам: вам приятнее зарабатывать деньги, будучи как режиссер Дэвид Линч или будучи как Сарик Андреасян? Я думаю, первое, потому что большинство блогеров критикуют и ненавидят творчество того же самого Андреасяна, творчество наших СМИ, нашего телевидения, наших киноделов, но делают на Ютубе то же самое. Тот же самый Данил в начале своей карьеры делал что-то сюрреалистичное, как раз что-то похожее на Дэвида Линча. Кроссовки, блядь, зимой. Мертвые Найки, мертвые тапки, это значит убитая обувь. Вот это место называется Парк убийств. Это единственное место в Москве, где можно безнаказанно кого-нибудь убить. Но впоследствии он понял, что это тяжело, а это действительно тяжело. На этом очень тяжело поднять также аудиторию. И ушел в более простой жанр. И ладно бы он там оставался, но он пошел еще и коллаборировать с людьми, которые делают более мерзкие и не смешные вещи. Начал сниматься в этой херне, и просто творец пропал. Это то же самое, если Дэвид Линч вдруг начнет снимать «Универ». Вся эта мощная гора артхауса и определенной личности, она сразу же разрушится. Поэтому, да, стоит делать творчество, стоит делать именно свой контент, который будет отражать тебя как творца, и стоит именно этим зарабатывать деньги. Потому что зарабатывать деньги — это не стыдно. Нужно зарабатывать деньги. И нужно зарабатывать деньги так, чтобы не было стыдно потом за это. Нужно не стыдно зарабатывать деньги, а не просто кривляться на камеру. Да, это легко. Я прекрасно понимаю, что если я сейчас буду каждый день выпускать реакции в стиле Юлика, Кузьмы или того же самого Данила, то через месяц, через два это даст плоды, у меня будет аудитория, у меня будет приток денежных средств Ютуба. Но что я буду значить как человек? Я что-то новое, что ли, буду привносить этими реакциями? Будет какая-то философия, какая-то мысль, какой-то уход от эскапизма? Нет, будет стагнирование. Да, будет больше денег, но не будет ничего другого. А деньги я могу заработать на обычной работе, потому что у меня есть большой опыт, и я знаю, как это делать. Знаю, как организовывать процессы, знаю, как руководить людьми и как получать за это деньги. YouTube — это то хобби, которое сейчас чисто для души. Если оно будет приносить деньги, замечательно, уйду с работы, буду делать больше для души, но именно для души, а не просто для линейного контента, который ничего за собой не несет. И это важно. Важно. Важно не терять лицо. Важно не показывать обоссанные шорты на многомиллионную аудиторию. Он обоссался!
это очень важный момент. И я надеюсь, вы, мои дорогие зрители, меня в этом поддержите. А если меня сейчас смотрят зрители с каналов Кузьмы, Юлика или того же самого Данила, и хотите хейтить, да хейтите. Только вы должны понимать, вы этим самым увеличиваете ранжирование моего видео и теряете время, которого у вас и так нет, потому что вы всего лишь пылинка во вселенной, которая вот так вот умирает относительно всего возраста вселенной. Вы вообще же ничего не успеете сделать, если будете строчить эти гневные комментарии. Мне плевать, я на них не обращаю внимания и не отвечаю. Мне это не интересно. Но только если вы очень круто не выебнетесь. Вот. Поэтому хватит тратить время. Не будьте нормальными, господа, будьте рациональными. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете. Критикуйте, развивайтесь как личность. И не вступайте в болото говна, которое сейчас и не только на ютубе, а и вообще в обществе. Всем спасибо. Всем дизлайк.